На территории области находится 710 объектов, уязвимых в террористическом отношении. К ним относятся опасные производства, стратегические объекты и места массового скопления людей. Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали отсутствие контроля в зданиях, системы доступа и хранение видеозаписей с камер видеонаблюдения менее 30 суток. За нарушение антитеррористической защищенности объектов к административной ответственности привлечены 42 руководителя, в отношении которых административными судами наложен штраф на общую сумму 9 миллионов тенге. Отмечается, что предприниматели оштрафованы на 9 миллионов тенге. Субъекты бизнеса эти нарушения устранили. Другой вопрос, что потребовалось и вложение материальное, и время. И поэтому, к сожалению, некоторые предприниматели пришлось органам контрольно-надзорным Полицейские напомнили бизнесменам, что подобные проверки будут проводиться не реже одного раза в год. Роман Копняев, Рустам Джумашев, ТДК-42.